меня толкнули. И вот вы все стоите, лицо поворачиваете. Вот, вот, вот на 99,9% вот куда бы он бил? В голову. А что мы его поворачиваем? Мы там выглядываем. Нас что там, по-дружески погладили, что ли? Нас толкнули с ним. Мы уже все. Мы уже должны работать. Вот. Все, толкнули. То есть мы уже вот они должны работать. В ноги, а потом в голову. Они вот так вот. О! И пока ты будешь соображать, где там кто тебя толкнул, а еще будет темно, а еще будет там, или там свет мелькать, или еще что-то там, ты еще толком не сообразишь, еще, что происходит. Потому что это будет происходить, как бы, в общем-то, нечаянно. Ты даже как бы, под лестницу будешь проходить, мимо на лестнице толкнул и ударил. Хоп! Да и ты пока сообразишь, тебя уже в башню отшибу. А вы начинаете поворачиваться, смотреть. Нечего там смотреть. Толкнули, все, сразу. Хоп! Вот он, дыр, пошли. Пошли отрабатывать. Сначала ноги, и тут же голова переходит. Но мы, когда толкнули, сразу, сразу голову закрываем, понижаемся, и сразу начинаем бить. И начинаем отрабатывать, понимаете? Отрабатывайте ноги, коленки отрабатывайте. Даже не цель никакой, в пах там, там здесь куда вы пойдете, в пах, колени, там, голень, сюда, там, неважно, выбросили ногу, сами защитились, бам, понизились. И когда бам, начинаете вставать, уже бить. Понятно? Понятно? Поехали.